8 марта не за горами, а вы не можете определиться между духами, цветами и конфетами? Мужчины, будьте оригинальнее! За подарками на индийскую выставку! Натуральные материалы и ручная работа – это точно оценит любая девушка. Аюрведическая косметика на основе нима, сандала, авокадо, алоэ, шафрана. В обычных магазинах такое вряд ли найдешь. Хотели порадовать женщину новым ароматом? Здесь более 300 видов натуральных масляных духов. А вместо банальных конфет на 8 марта можно подарить полезные сладости. Например, Атум. В нем нет вредных добавок и даже сахара. А еще халва с гранатовым соком, рахат-лукум, пахлава и не только. Это называется жазире. Внутри грецкие орехи, фисташки, миндаль и кишу. Сироп инжира, она очень вкусная, не просто вкусная, она еще полезная. К полезным сладостям подойдет знаменитый индийский чай или кофе. Здесь их более 250 видов, а еще рис, специи и натуральное кокосовое молоко. Нужен подарок посерьезнее, не спешите тратить деньги в ювелирных. Здесь украшения из серебра и натурального камня, от бирюзы до рубина и изумруда. Причем только ручная работа. Впрочем, как и эти изделия из сандала, бронзы, латуни и оникса. В каждом предмете своя энергия и душа. Чего только стоит эта поющая тибетская чаша. Ее используют для подпитки положительной энергии и даже лечения нервной системы. Зарядиться положительной энергией поможет и индийский астролог. Бабаджа очищает энергетику. Говорят, это помогло уже многим людям по всему миру, в том числе и в России. Вообще, к нашей стране у астролога особое отношение. Русского человека он называет человеком мира. Какая энергетика у ставропольских жителей? Ставропольские энергии хорошие. Город, я первый, моя нога будет, я сам чувствую, да. Здесь люди очень добрые. Я чувствую, здесь не люди вот как хитрые нету. Умни точно надо, и хитрые нету. Впрочем, между Индией и Россией существуют давние культурные и экономические связи. По инициативе торгово-промышленной палаты края ярмарки индийских товаров на Ставрополье проводятся не в первый раз и уже полюбились ставропольцам. В первые же дни индийские товары вызвали огромный интерес. Было решено продлить выставку до 12 марта. Каждый день с 10 утра до 8 вечера вас ждут гости из Индии. Вход на ярмарку бесплатный, а в Международный женский день горожан ждет розыгрыш полезных и столь душевных подарков. У нас все натуральная и ручная работа. Приглашаем вас на индийскую выставку в Ставропольской цирке за подарками к 8 марта. Мария Жирова и Александр Лукьяшко, АТВ Ставрополь.